дорогого мужа, отца и дедушку. Шедловского Василия Карповича с 80-летием поздравляет жена, дети, внуки и швагерка Ядвига. Вот, папа, 80 исполнилось тебе, виски давно покрыло сединою, но сил хватает, чтобы жить вполне, солидный возраст забывается порою. Прожили с мамой ровно 60 лет, для нас детей вы до сих пор подмога. Пусть впереди сияет жизни свет, он осветит для вас дальнейшую дорогу. Желаем, папочка, удачи и здоровья, желаем в жизни много круглых дат, пусть бодрость будет навсегда с тобою. Но болезни повернут назад. На дальней станции Союз. Право покоя, и хорошо с былым наедине, бродить в полях ничем, ничем не беспокоя, по Васильковой синей тишине, бродить в полях ничем, ничем не беспокоя, по Васильковой синей тишине. На дальней станции сойду. Запахнет медом живой воды, попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Тут все мое, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и та поля. На дальней станции сойду. Необходимо с высокой ветки в детство загляну, и мне опять позволь, позволь, мой край родимый, быть посвященным этому тишине. Станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то.